Сегодня расскажу, как приготовить кускус для гарнира. Это очень быстро, варить не нужно. Что такое кускус? Это технология обработки манки. Раздуваются зерна манки, и вот получаются такие кусочки. Я беру часть самой крупы кускус. Также я подготавливаю кипяченую воду, кипяток, и наливаю немного больше такого количества, которое у меня крупы. Заливаю, накрываю, но еще такой нюанс, нужно его посолить. На это количество, 200 грамм кускуса, я возьму соли. Вот видите, он уже схватился. Надо было воду посолить. Это будет более правильно. Вот так. Накрываю. 10 минут, 15. Больше можно, но не меньше 10 минут, желательно. И будет готовый гарнир. Можно также залить молоком, будет молочная каша. Прошло 8 минут. Давайте откроем и посмотрим. Вот он как увеличился в объеме. Почти в 2 раза. Вот такая получается крупа. Такой рассыпчатый гарнир. Мало того, он вкусный. Вкусный, и если вы не боитесь за свою фигуру, то еще и очень полезный. До свидания. Готовьте со мной, готовьте с удовольствием. Пока-пока.